В завершении выпуска об инциденте, который не на шутку взволновал гостей престижного автосалона во Франкфурте на Майне. На презентации линейки новых моделей 49-летний глава BMW Харальд Крюгер упал в обморок прямо на сцене. Охрана помогла ему уйти за кулисы, а помощники сказали, что Крюгер почувствовал недомогание из-за того, что просто сильно уставал в последние дни и закончит свою речь позднее. Но, как сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники, все намного серьезнее, и речь может идти даже об инсульте. В то же время в компании настаивают, что состояние ее руководителя стабильно, и он восстанавливается под наблюдением врачей.